Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прилетел в столицу Узбекистана Ташкент. Молодой исполнитель прибыл в узбекскую столицу в воскресенье 14 апреля. Многочисленные поклонники казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена встретили певца в Узбекистане. Любимого артиста фанаты приветствовали в аэропорту Ташкента под ритмичные звуки национального инструмента дойра. «Наконец-то наша самая заветная мечта сбылась. Мы встретили Димаша. Словами не описать тех чувств, которые мы почувствовали, стоя бок о бок с ним», – пишут фанаты в сети. Исполнитель сфотографировался с каждой поклонницей, а также дал автографы и выразил свою благодарность всем своим фанатам, рассказывают узбекские поклонницы Димаша. Напомним, в воскресенье 14 апреля начался первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. Планируется, что главы двух стран подпишут двухсторонние документы и примут участие в открытии года Казахстана в Узбекистане. Надеюсь, что информация вам была полезна. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!